Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FunCam. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Canbox на Mitsubishi Outlander второго поколения XL. Модель H-Line с диагональю экрана 9,7 дюйма в вертикальном формате в стиле Tesla. Встает через специальную переходную рамку в штатное место автомобиля. Все выглядит очень аккуратно, встает без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем. Проводка под конкретный автомобиль также идет в комплект с магнитолами. Рамка выполнена из черного пластика, который имеет вот такую вот фактуру. Выглядит прям очень приятно. И имеет рамкофизические кнопки. Благодаря им можно удобно регулировать громкость, выключать экран, включать Яндекс.Навигатор. Кнопка Back выполняет действие назад. Быстро можно попасть в меню Bluetooth. Благодаря этому регулятору можно переключать треки. И также здесь у нас идет включение аварийки. Как видите, все функционирует, все работает. И также информация о пристегнутых пассажирах. Также у физических кнопок есть подсветка. И при переключении габаритов включается и выключается подсветка данных кнопок. Кнопки на руле все работают, то есть это громкость, переключение треков, кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками, работают ответ и сброс звонка. С подсветкой также адаптировали, при переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. По внешним подключениям в бардачок выводятся два USB порта, куда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедиа, с музыкой, с фильмами. И также еще дополнительно выводится слот под сим-карту для подключения к интернету. Подключиться к интернету вы сможете, как установив сюда сим-карту, так и раздав его с своего мобильного устройства через режим модема. Дополнительно также на этот автомобиль установили камеру заднего вида. Включается она автоматически при включении задней передачи. Имеет хорошие характеристики, это угол обзора 170 градусов, картинка Full HD. Все прекрасно детализировано, виден край бампера, поэтому очень близко можно парковаться. По краям автомобиля также все прекрасно видно. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки парковочных линий. Мультимедийная система работает на полноценной Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности, чего не было изначального автомобиля. Ну и выглядит, конечно же, намного более современно, благодаря такому большому экрану. Все работает максимально быстро, плавно. Доступен магазин приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи, а также подключение Android Auto либо CarPlay. Также доступна очень удобная функция разделения экрана, где можно одновременно запускать два приложения, например, Яндекс.Навигатор и какое-нибудь музыкальное приложение, либо YouTube, вот как в данном случае. И благодаря такому вытянутому экрану видео с YouTube будет идти ровно в половину, 16:9. Вот. И остальную половину будет занимать Яндекс.Навигатор, что очень удобно. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть у нас множество различных вариантов, также на данный автомобиль есть различные варианты мультимедиа, как в таком вертикальном формате в стиле Tesla, так и в горизонтальном. Более подробную информацию вы можете получить у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!